Здравствуй, дорогой зритель. Перед просмотром хотелось бы попросить поставить лайк на это видео и подписаться на канал. Приятного просмотра. Дмитрий Шепелев никогда не рассказывает о своей личной жизни. 2 года он живет с дизайнером Екатериной Тулуповой, однако лишь недавно разместил фото с возлюбленной, посвятив ей трогательные слова. А теперь новое признание. Оказывается, Дмитрий называет ребенка избранницы своей дочерью. Дмитрий Шепелев много работает, а все свободное время старается посвящать семье. На днях он рассказал, как проводит время с близкими. Кате подарили по случаю торт с ее фигуркой. Дети, и я вместе с ними, были счастливы ее поделить. Дочь выбрала голову, пилила ножом без угрызения совести. Платон, ну что скрывать, там где сиси. Мне досталось все остальное. В общем, все остались довольны. И даже Катя, написал в блоге Showman, разместив фото. О романе Шепелева и Тулуповой впервые заговорили в 2016 году, через год после смерти прежней возлюбленной телеведущего Жанны Фриске. Дмитрий познакомился с Екатериной в детском саду, куда они водили своих детей. У Тулуповой есть дочь Лада от прежних отношений. Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада – лучшие друзья с самого раннего возраста, делился телеведущий. Через 2 года пара стала жить вместе. В 2019 году Дмитрий сделал предложение любимой. Они обручились. Сейчас пара подыскивает новую просторную квартиру для своей семьи в центре Москвы. Платон и Лада в 2020 году пошли в первый класс. Дети учатся в английской спецшколе. Шепелев как-то признавался, что по-настоящему ощутил, что такое семья, именно с Екатериной. До меня совсем недавно дошло, как важно, как необходимо иногда проводить время наедине и без детей. Потому что круглосуточная роль родителя способна убить любую романтику. Мы стараемся по возможности улетать, чтобы просто побыть вдвоем. Это получается не слишком часто, раз в пару месяцев, наверное, говорил он.